Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами я, Инна Сукачева. Сегодня мы будем готовить салат из куриной грудки копченой с ананасами. Для этого нужно копченая грудка, ананасы, шампиньоны, кукуруза, майонез и для украшения перец болгарский. Курицу, грудку копченую нарезаем кубиками, ну не сильно крупно, потому что салат не любит, когда нарезан крупно продукт в нем. Где-то сантиметр на сантиметр. Затем добавляем шампиньоны. Тоже я их нарезала на 4 части, маринованные. Нарезаем ананас. Продают уже готовые нарезанные ананасы. Это еще лучше и быстрее. Заправляем мы этот салатик майонезом. Майонеза можно положить побольше, потому что грудка сухая. И чтобы салатик был посочнее, побольше майонезика. Перекладываем на тарелочку. Выкладываем красивой горочкой. Посыпаем сверху кукурузой, лук-порей, ананасик на украшение. Разрезаем его. Здесь он толстенький пополам. Делаем такие завитушечки, чтобы у нашего салатика был вид побогаче, покрасивее. Когда красивый салат и аппетит приходит, хочется его скушать. Теперь на украшение возьмем немножко перчика. Нарежем его мелким кубиком. И украсим нашей петрушечкой. Сейчас стало модным не резать зелень, а ее рвать. Может быть и правильно. Наш салатик готов. Приятного аппетита!